В индийском городе Ченнаи на юге страны появился ресторан, где гостей обслуживают роботы. Официанты с искусственным интеллектом разносят еду и собирают грязную посуду. Задумка создания такого заведения появилась из желания объединить современные технологии и ресторанный бизнес. Посетители заказывают еду с помощью планшетов, которые установлены на каждом столике. По данным агентства Рейтер, в течение 3 лет ожидается значительное увеличение спроса на роботов в сфере обслуживания. Во многих странах их уже активно используют как персональных ассистентов и помощников по дому. Если честно, мы даже не ожидали такого быстрого и качественного обслуживания. Нам очень нравится. Роботы оказались очень дружелюбными и общительными.